Добрый час, дорогие друзья! Продолжаю распаковки товаров и услуг тех участников марафона успеха, которые сейчас у нас в нашей школе проходят эту программу. С вами Апраксина Лада. На марафоне около 30 человек, ну, в разные периоды по-разному, 25-30. В общем, давайте будем считать, что я за последний месяц мне удалось получить и распаковать примерно 20 услуг и товаров, которые создают участники марафона. В общем-то, и услуги и товары других специалистов или мастеров я тоже беру на распаковку. Итак, сегодня у нас распаковка свечей из натурального воска. Вот вы видите, в кадре горит свеча. Это уже не первая моя распаковка со свечами. В данном случае мастер свечеварения, свечесоздания Надежда Обухова. С Надюшей я знакома давно. Уже очень много ее свечей прошло через мои руки, через ритуалы. Я передавала каким-то другим людям, через меня проходили заказы. В общем, давно проверенная тема, качественные свечи. Не всегда у Нади были раньше удобные фитили. Сейчас она, учитывая наши пожелания, поменяла фитиль, и свечи стали просто невероятно мощными, очень удобными, классными. И у них, естественно, натуральный аромат, потому что созданы они только из натурального воска. Вообще Надюша делает разные варианты свечей и по форме, и по задачам, по направленности. И вы наверняка видели на моем YouTube-канале, я уже делала распаковку ее волшебных свечей узловых. Есть у нее свеча «Развязать кармический денежный узел» или свеча «Развязать кармический узел во взаимоотношениях». И, если интересно, посмотрите, пожалуйста, на моем YouTube-канале. Там шикарные результаты по тем свечам. И вот я сейчас еще покажу вам новинку, которую делает Надя. И эта новинка не про свечи. Вообще Надя очень творческий и талантливый человек. Она и с тканями очень хорошо взаимодействует, у нее свой магазин тканей, она делает кукол, она шьет, разрабатывает модели, делает всякие интересные коллекции футболок. В общем, девушка разносторонняя, творческая, талантливая, и помимо всего вышеназванного, Надюша недавно выпустила коллекцию вот таких амулетов. Ребят, это ракушка. Кто-то скажет: ой, да что это такое, обычная какая-то ракушка. Ну, конечно, ракушки можно назвать обычными. То есть Надя приезжала ко мне на ретрит на берег Черного моря в Шипси, в Туапсинский район. Вы видели наверняка наши выпуски. И здесь, на море, в своем ретрите силы она насобирала. Кстати, она брала не все, далеко не все ракушки. То есть она брала только определенные, которые у нее откликались, которые, ну, можно сказать, позвали ее на берегу Черного моря. Далее Надя каждой этой ракушки сплела вручную, причем это довольно кропотливое такое плетение, сплела вручную вот такие вот шнурочки. На некоторые ракушки она добавила бисер, на некоторые нет. В общем, у нее коллекция, вообще каждая ракушка создавалась в таком, каждый амулет создавался в медитативном таком жанре. Я присутствовала при всем этом, и не только я. Кстати, тут были еще другие девочки на ретритах, и мы вот прям свидетели, как Надя медитативно, она так ровно, она с таким вот прям, с такой любовью, в такой вот красивой очень вибрации, можно сказать, каждая ракушка в ее руках словно как лотос распускалась, такая прям энергетика появлялась новая. И я знаю, что Надежда сделала небольшую коллекцию среди этих ракушек. Мы потом диагностировали, какая из них для чего, какая энергия
включилась в той или иной ракушке. И даже есть где-то на моей страничке пост о том, как мы рассуждали, просматривали, какая ракушка для чего сейчас включилась. Кстати, там есть очень крутая одна ракушка. Я даже, может быть, сожалею, что не забрала ее себе. Я, кстати, себе взяла два таких амулета. У Надежды я заказала, потому что, ну, мне очень понравилась работа. То есть вроде бы какая-то вот, ну, типа безделушка, вроде бы как будто бы какая-то мелочевка, но нет, ребят, кто из вас ощущает энергию, кто понимает ценность вот этого медитативного создания, артефакта силы, предмета силы, тот точно оценит такие амулеты по достоинству. Ну что же, друзья, вот такая распаковка. Мне вы можете написать по ссылочке в описании к этому видео. Можете найти Надежду также через меня или самостоятельно. Тоже ссылочку дам на всех мастеров нашего марафона в описании к этому видео. Ребят, я, конечно, рекомендую. Рекомендую и успеть забрать амулет из коллекции Нади, и успеть заказать свечу для тебя. Для разных задач есть свечи. Получить особое удовольствие от того, как наполняется уютом, теплом, любовью и комфортом все пространство, в котором включается эта свеча. Про свечи говорю много, не только про Надю, но или про других мастеров. У каждого мастера есть какие-то свои плюсы и минусы, достоинства и недостатки. В общем, стремлюсь объективно рассказать вам о том или другом мастере. Если ты желаешь, чтобы я рассказывала и про тебя, предоставь мне какую-то твою услугу или дай мне для тестирования какой-то товар или предмет, который ты изготавливаешь, создаешь, и я сделаю распаковку для тебя. На этом все. С тобой была Апраксина Лада. Подписывайся на мой YouTube-канал, ставь лайки, колокольчики, пиши комментарии, и увидимся в следующих выпусках. Пока!